Котенок знает, что надо прятаться, не издавая звуков и не призывая мать. Бабуин останавливается возле его убежища. Неизвестно, что его выдало, но очевидно одно. Котенка нашли и убили. Леопарды обычно ждут несколько часов, прежде чем направиться на поиски детенышей. Оставшийся котенок пытается помочь в поисках. Котята – частые жертвы бабуинов. Большинство молодых леопардов умирает насильственной смертью. Но много часов спустя пропавший котенок найден целым и невредимым. Невероятно!